Но перед началом ролика я хочу вам рассказать про сайт по продаже робоксов Robux 500. Тут вы всегда можете купить робоксы по низким ценам. Выдача осуществляется через группу. Я проверял, все четко. А также у них проходят различные конкурсы и акции. Пользуйтесь, все ссылки будут в описании. Друзья, всем здорово, с вами как всегда Бамбуком, здесь Капанда, добро пожаловать ко мне в гости, Roblox Шиндалай. Так, пушистики, у нас здесь очередные новости подъехали, а также очередной код на спины, ребята, очуметь. Вчера у нас был видосик, вчера выходил новенький код, мы уже его вводили, ребята, 100 спинов на халяву, короче, было. А сколько вот этот вот новый код, ребята, дает, я пока без понятия. Поэтому сейчас пойдем с вами там быстренько глянем пост и попробуем введем этот кодик, ребята, да? А потом опять лопать салаты. Напишите в комментариях, что там, еще лопаете салаты? Нет, или уже, наверное, все съели? Как отдыхаете, в что играете, что там смотрите, какие-нибудь новые анимехи, новые, старые и так далее. Будет интересно почитать. Давай, братишка, хорош лопать салаты, отправляйся в комментарии и пиши, что там лопал. Так, ну, во-первых, еще раз хочу показать вчерашний пост. То, что готовится у нас ивент, уже будет на этих выходных. И самое главное, ребята, вот, смотрите. Send in the Kagoku event voice lines. It's spicy, spicy. И здесь у нас, ну, этот, перчик, ребят. Короче, отправлено в голосовые реплики события Kagoku. Ну, этот, ну, это, видимо, там, как его, озвученный катсцены, ребята. Будут тоже с голосами. Это будет четвертый у нас ивент. Все дела, ребята. И это будет приятно-приятно вкус. Короче, это будет очень горячо, очень там забавно, очень там весело. И будем выбивать. Так, тут какие-то видосы. Ой. Божечек ты мой. Так, код, ребята, идем код вводим. Основная менюшка. Далее идем наверх. Далее жмякаем еди. Так, ну у меня, блин, у меня 983 спина, ребята. У меня, по ходу дела, он сгорит, наверное. Так, а у нас, погодите, а по блудлайнам нам можно еще что-то выбить? Или уже блудлайны все эти, лимитки? Лимитки, ребят, прикрыли или не прикрыли? Я там уже практически, по-моему, все повыбивал. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Но это у нас понятно, у нас не здесь. У нас, наверное, уже все. Да? То есть мне даже нету смысла сейчас ничего особенно крутить. Да, все, уже это все недоступно. Это у нас через Real Shop. За Real Coin эти, да? Ну, ладненько. Давайте, наверное, все равно я проверю, по крайней мере, код рабочий, либо не рабочий. Смотрите. Так, английский. Щи. До. 20-22. Так, шин до 20-22. И в конце восклицательный знак. А что не работает? А, погодите, с большой буквы. Во! Во-во-во, с большой буквы, ребята, регистр тоже важен. Короче, вот так он звучит. Щиндо 20-22. Ну я не вижу только сколько мне дали спинов, ребята. Если что, напишите в комментариях потом. У меня 1000 спинов. Ну не знаю, наверное, сотка там или полтинник. Да, и написано, что уже использованы. Короче, вот такой вот. Шиндо 20-22. Просто восклицательный знак не буду ставить, иначе он у меня автоматически опять напишет, что already used, да? Прикольно, на халявку, ребят. Блин, а может завтра опять будет какой-то кодик, ребят. И опять что-нибудь новенькое, да, у нас ведется. О, а мне еще этих, что ли, дали? Реалкоинов или нет? Или у меня столько и было их? 304 тысячи. Надо будет потом начало видоса посмотреть. Сколько у меня? Может, реалкоины еще дали, нет? Короче, ребята, вот этот код, а также предыдущий код, который у нас был вчера, я оставлю в описании. Быстренько проваливайтесь, быстренько его вводите. Потому что в скором времени все коды, ребята, опять прикроют у нас. Ну что, всем спасибо, ребята. Всех еще раз со всеми праздниками, с Новым годом, с наступающим Рождеством. Всем удачи, всем жмлах и всем. Пока-пока.